добрый вечер. Что-то у вас все ладно? Да. Ладно. Что вы решили выйти так? Я не ждал вас. Не, у меня заходят кто, если вопросы есть, только вопросы важны. А так не чаще, чем один раз в неделю. Договорите. Но если неудобно, давайте... Ничего удобно. Удобно. Уже все, я вошел. Все дела отставлены. Так, у нас все записывается и выставляется. Вы не против? Да, я рад этому. А вы, который в прошлый раз записывали, смотрели? Да, посмотрел. Хороший получился ролик, правда? Ну, да. Там вот вопрос сразу по комментариям к тому, которые там внизу появились потом комментарии. Да. Там вот приводят Вселенский собор о частном причащении. Ну. Что если человек не причащается, то он будет отлучен. Это как понимать? Ну, есть как, такое как? Решение? Да в этом-то что-то стоит. Вот что причащается? То есть хочешь, не хочешь, причащается. А Иоанн Златоуст говорит, не одобряется ни частая, ни редкая, а готовность. Да. И ну, поэтому понятно. Никакой собор не может перешагнуть то, что сказано было в Слове Божьем. Кто, говорит, недостойно причащается, если пьет себе что осуждение? Потому многие больные немало умирают. А так это, ну вот это решение собора, оно просто было принято, чтобы людей, чтобы они просто не стояли, а что-то как бы делали. Так получается? Мы все замыслы узнать не можем, но знаем только одно, что есть люди, которые ходят в храм и никогда не причащаются. Угу. В русском народе, как приняли христианство из Византии, причащались всегда 4 раза в год. На посты. Да, это абсолютно, да. Абсолютно все. А чтобы так во время поста нету, приходили, причащались, без поста такого не было. Это выдумка. Никакими канонами это ничего нельзя оправдать. Человек недостойный, идет, причащается. Прошло время, заболел, умер. А люди ищут ее какую-то причину. Очень большое спасибо вам за книги. Все получил, все замечательно. Каждый день прикасаюсь, читаю, что возможно. Вот вы говорили, что у вас книги по цветам там, да? То есть в каждой книге они как бы, ну, посвящены определенной теме. Нет, это определенной темы нет. А трехтомник Нового Завета, закладки под цвет российского флага, вот что. А которая по тематике, это определенная, допустим, 18-й том. Он о мусульманах, да. А у них он ведущий на всем зеленый свет. А вот можете это, простите, перебиваю, можете вот, ну, чтобы расписать, в каком томе посвящен более конкретно, какой а там вот оглавление, ислам? Оглавление. А, в оглавлении в каждом? В каждом томе оглавление, вы по ним и смотрите. Mm-hmm. Главная тема это то, что я вел занятия в разных университетах, по радио, и люди записывали, а потом это было обработано и вставлено. Ответ на 4124 вопроса. Это энциклопедия. Вот, допустим, евреи любят золото. Посмотри, какой золотистый. 23-й том. Вот. Вы просто даже каждый том посвящали, ну, он более определен, там какая-то тема, вопросы собраны по теме, так? Ну, допустим, я могу сказать, первый том, это я думал, он будет один. Я же не знал, что будет. Ага. А не как материал появлялся, так и было. Я думал, один том издам. Ну и на этом все. Но вот второй уже сам вышел, потому что много было встреч с сектантами, нужно было создать противосектантский объемный материал. Я его издаю. Дальше сразу возник вопрос, как образовывать общины. Я его сразу создаю. Теперь четвертый, как беседовать с какой группой людей? Один Бога не признает, другой Библию, третий не признает вечную жизнь. Тема включена в этот. Ну а пятый, это взято все, что было, мои комментарии. Дальше, если определенно уже говорить, вот 11-й том посвящен старообрядчеству. Угу. Потому что у нас много старообрядцев. А можете как бы подвыслать сообщение, что вот с раскладкой? Потому что просто бывает, с людьми работаешь, да, и как бы вот, ну, еще я плохо знаком со всеми томами, чтобы более конкретно раз и где искать. А вот вы это ищите не здесь, потому что здесь примерно 3-4 тома шли, уже по оглавлению отдельно, там, о духовной, о семье, о войне, вот так было. А дальше уже, как вопросы поступали, уже градуиться им не было. Прямо вставлялись, как есть. Но на сайте, на нашем, вы просто зарядились, сайт «Во свете Библии»,
У меня все есть. Вот. Да. И вот на сайте там 55 папок. Вот там так. Из всех 33 томов выбрано и вставлено. Угу. Вот там уже по тематике 55 тем. Вот вчера вот возникла, ну не вчера, в субботу, возникла тема, у меня жена преподает в воскресной школе при храме. И, значит, она детям преподает о заклятии Ахан. И она вот, вот где можно найти там, ну вот как ты понимаешь это. Я говорю, вот где-то было, где-то я у вас слышал это. А что вот именно, повторите, что за заклятие или какое? О чем она спрашивала вас? Вопрос, выразите его поточнее. Да, сейчас. Что-то потерял сразу. Ну ладно, когда придет, ладно, тогда вспомните. Если сейчас вспомню, то... Вот еще вопрос такой, значит, о бороде. У 12, вот из 12 апостолов только Иоанн Богослов был без бороды, да? Вы голову не опускайте низко. Маленько отшатнитесь, вот так вот. Вот так сидите, больше ближе не надо. Все, вот не трожьте камеру. Mm. Ну, считается, что он юноша был, молоденький совсем, поэтому бороды и не было. А Филипп Фома был с бородой? Да откуда же мы знаем-то? Как изображают, так и видим. Никто неизвестно, да? Это вот неизвестно. Неизвестно. Ага. Неизвестно, значит, нам придумать ничего не надо. Но Иоанна Богослова везде изображает на вратах царских с бородою, преклонный старец. Он больше 100 лет жил. Угу. Вот. О бороде вообще рассуждать не о чем. Она дана, и если ее не трогай. Все цари, пророки, Давыд, все были с бородами. Христос. Что дальше-то идти-то? Ну, просто если охота крутить налево-направо, так это не по теме, это не по моему адресу, я и разговаривать не буду. У человека страха Божия нету. Их раньше на кладбище не хранили. Приравнивали, если умирает, даже не отпевали, сорокоустья не творили, бритым, приравнивали к собакам. Еще, ну, вот такой вопрос. Ребенку, вот у вас я смотрю, надписи на стенах вы пишете там, да. Ну, развешиваете изречения где-то, да, и между писания. Иконами. А вот в детской комнате вы что бы могли посоветовать написать? Ну, пустите детей ко мне, у нас это и написано. Я для ребенка, я вот написал там, например, ну, что... Как ты хочешь, чтобы с тобой поступали, так и ты поступай с другими. Подойдет. Она это выучила, говорит, папа, напиши мне еще какую-нибудь надпись. Какой возраст ребенку еще надо учитывать? 7 лет. Ну, 7 лет он совсем маленький. Пустите ко мне детей. Это Господь говорил с маленькими детьми, которые шумели много. Вот это прямо берите, указывайте место писания, глава, стих через двоеточие. Двоеточие между главой и стихом. А вот ребенок, он любит слушать аудио. Ну, я ему давал там детскую Библию в пересказе, да. В предании, его там скачивала. Но она говорит, скачай мне еще что-нибудь послушать. Ну, а это вот на... надо смотреть. Так, как сказать, я ее не слышал. Аудио это хорошо, а видео еще лучше. Есть хорошие фильмы религиозные. Дети у нас, вот я начальник детского лагеря. Вы опять ушли, одни губы видать только. Подальше. Вот зачем вы склоняетесь туда? Вот. И у нас много фильмов, около 500 фильмов, наверное. И дети просят определенные фильмы. Ну, я считаю, лучший из фильмов это Иисус по Евангелию от Луки. Иисус. Вот хороший фильм Иеремия. Вот Кама Гридеша. То есть есть фильмы, допустим, даже оно он не религиозный, а есть такой «Я Давид». Я Давид, как ребенок бежал из ГУЛАГа для детей. Очень поучительно, чтобы дети ценили то, что у кого есть родители и прочее. Он считался сиротой и бежал от смерти. Бежал через 6 стран. Ну, сейчас современный еще вопрос об иконах, например. Сейчас вот много современных икон появляется. Они вот как бы, ну, такого современного письма. Но я его как-то больше нравится, конечно, когда икона старого письма, то есть более по канону. Старые. Мне, например, это безразлично. У нас такие и такие иконы. Значения не имеет, да? Никакой разницы нет. И старые рисуют иной раз, как будто кто-то баловался. Ни на что не похоже. А нынче, от которой иконы есть новые, они пространственные, трехмерные. Видно как. Ну, посмотрите, когда на тех иконах рисуют горы. Там как будто лапы кверх ногами перевернуты или стартовая площадка для ракеты.
Совсем никакие, ни горы, ничего. Ну, нравится это, мало ли что нам нравится. Надо смотреть, чтобы это действенно было. Человек зайдет, вот картина, возьмите Гюстава Доре. Да это иконы готовые, пространственные. Это лучший иллюстратор. Вот у нас раскрашен он в книге «Трехтомник Нового Завета». Да, да. Дочка очень любит рассматривать эти картинки и все просит, ты мне расскажи что-то. Вот там написано, каждая картина написана, откуда взято место писания. Открывай, считай. Это наглядно. Ну, просто, и что получается, вот а я открыл этот текст, да, и читать вот как написано в Библии, потому что, или все-таки пытаться изложить своим? Нет, как написано. И переиначивать не надо. Вы сразу же скажете неправду. Никогда этого не делайте. Прямо считайте. Даже независимо от того, что там описывают, ну, там вот она посмотрела, убийство там, например, какое-то. Так и считай, а потом объясняй. Что, сначала зачем? Считать, а потом толкование. А что толковать, когда нету? Чтобы ребенок привык. Вот это и Слово Божие. Это вдавливай, дай ему заучить что-то. Чтобы он сам стиль библейский запоминал. А когда вы пересказываете, вы обязательно каждый раз будете пересказывать по-своему. Mm-hmm. И он ничего не запомнит. Мы «Отче наш», что в вольном переводе не передаем. Притом библейские тексты конспектом не передаются. Это большие какие-то эпизоды можно передать. А так никак. Вот со мной сидел один очень грамотный человек. Он был преподаватель второй группы космонавтов. Лозин Анатолий Максимович. Он считал по две книжки в день. Ну, по 350 страниц примерно. Я не видал больше такого человека. И открываю, я спрашиваю, он почти на память говорит, что... Ну вот, я дал ему прочитать 90-й псалом «Живущий под кровом Всевышнего» по-русски. Я говорю, вот, дайте кратко, законспектируйте. Он прочитал, полежал. Дайте еще раз прочитаю. Еще раз прочитал. Пошевелил губами, еще полежал маленько. А потом говорит, а его нельзя кратко записать, его надо только так, как он написан. Тут, говорит, все намертво связано. У него такой ум, что он это понял, а другой бы начал колобродить. Не разорвешь это. Да. Никак нельзя даже. Одну строчку тронь, другой смысл уже исчезает. В какой последовательности, как? Вот еще вопрос. Значит, вот мы люди городские, да, я вот особенно работаю на автокране. У меня как бы работа такая полусидячая практически. И вот вопрос, ну, что полезно ли в тренажерных залах заниматься? Ну, если вы не в сельской местности, то почему нет? Если у вас на одном месте сидите, уже все затекло. Ну, да, то есть вот... Да. А в деревне-то ты корове кидаешь, навоз увозишь. В деревне-то никогда никто не занимался. А в городе это... В даче ничего нет. Ну, дом есть, участок небольшой. Иначе, как там называют, гипотония или что там, не хватает движения когда. Тогда можно на тренажере. Угу. Вот смотришь, «Я легенда», фильм такой. И он там один остался, и он тренируется, и собака тоже бежит. Полотно бежит, а она по ней бежит, как на одном месте. Так, ну, пока... А еще вот, знаете такого писателя Захар Прилепин? Повторите. Захар Прилепин, писатель. Вот сейчас современный писатель. Не знаю. А что? Вопрос в чем? Просто мнение ваше. Он сейчас очень популярен, патриотизм, то есть и за такие, но... Ну, если патриотизм, значит, это не моя тема. Да, христианство. Для меня да. Патриотизм это не тема. Патриотизм для неба. Люди некоторые не понимают, даже священники. Вот. Мы все поем День Победы, как он был далек. Песня поется на День Победы. А нас одна сестра попросила написать слова, чтобы были божественные. А мотив оставить тот. И я написал. Вот. Вы не слышали его? Вы зарядите День Победы Игнатия Лапкина в Ютубе. И она выйдет, где наши поют его, поют. И все эти слова прочитаете. Ну, тут даже говорить не надо, слова-то какие. Сравни те, которые там заложены, и то, которое, это День Победы, прочитать. Вот я сейчас даже найду его. Ага, вот и сразу нашлось. Вот смотрите, какие слова. День Победы. Людям мира даже не вдомек. Лев Иудина колено в гроб возлег. Сейчас я его сделаю побольше. Он у меня, Володя, сказать, снимает. Так. Теперь я хотя бы на 22. Вот так. Пожалуйста.
Ой, 22, но не потянуло. Он его скрыло. Эти, подожди-ка. Ну, хотя бы на 18. Это тоже не идет. 20 надо. Вот. День Победы. Людям мира даже не вдомек. Лев Иудина колено в гроб возлег. День Победы. Ни народы всей земли и ни ангелы его нам принесли. Да вот эти четыре строчки стоят целой книги. А у нас сегодня патриотизм. Ой, да что вы такое, да как, да? Этот День Победы Иисус принес, разгромив врага, воскрес Христос. И младенец до припева, чтобы возрос. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес. Чтобы даже ребенок вот этот припев пел дальше. Свет спасения долгожданный, наконец, даровал нам на Голгофе страшный крест. Все пророки провещали нам о нем. Солнце гаснет там не вечером, а днем. И опять припев. Пост с молитвой неустанной столько лет выводили на Христа кровавый след. В воскресенье день воскреснет даже прах. Иисус наш милосерд, как и вчера. Только дал бы Бог раскаяться тот час, никогда его ничем не огорчать. Дух Святой на благовестие подвиг. Пасха вечная, а жизнь лишь только миг. Вот и все. И сравнивай с теми словами, какие есть там. Уголек, стахановский, мартеновский. Да. Какое это отношение имеет к душе? А здесь именно вечность. Еще вот такой вопрос по Писанию. Вот когда, значит, Иуда отпал, Искариотский, да, и избирают еще одного апостола. Да, хорошо. Здесь. А почему вот, ну, число 12 имело значение? Или почему вот что, нельзя было 11 обойтись? Ну, так а кому вопрос? Это не ко мне. Да? Это вопрос. Вот, то есть, вы никак не... То есть, я одну толкование посмотрел. Почему, и простите, почему спрашиваю, да? Это значит, там, ну, у меня друг есть, да, и он вывел из этого там целую теорию. Я говорю, какую? Ну как ты выводишь теорию, если никто, нигде даже толкования нету, нет объяснения этого текста, например. Ну почему 12 месяцев в году? Давайте, почему не 13? Ну да. Ну так мы можем упереться и все. Почему 12 апостолов, почему 12 пророков? Эта цифра имеет особое значение. И Бог так сказал, избрал 12 апостолов. Апостолы сядут, там же написано. И апостолов-то избрал Христос. Раз один отпал, на его место избирают. Mm-hmm. И все. А почему? Да откуда же я знаю почему? Должны судить 12 колен, нет? И 12 колен еще. Но к коленам это не относится, это уже новозаветнее. Вот возьмите, ну охранять человека. Бывает, кто-то наймет и его охраняют. Сколько, думаете, у Ельцина было телохранителей? 12. 750. Конечно, они меняются, там начальство, которое есть. У Кеннеди, когда его убили, 1200 было, и они его не сохранили. 1200. И они везде-везде были расставлены, и вдруг оттуда с книжного склада стреляет Освальд или кто, и он погибает. А Господь охраняет сколько? 12 легионов ангелов. А зачем Христос это сказал? Может вызвать 12 легионов ангелов. Это особая цифра у Бога. А почему 24 часа, 12 во дне, 12 в ночи? Ну почему? Вопрос-то дальше не ставится-то. Ну да, да, да. Это цифра особая. А почему 7? Ну, 7 – это божественная полнота везде. Вот, допустим, звуки слышат до, ре, ми, фа, соль, ля, си. И другой звук уже нельзя издать там. Там могут быть еще полуоктавы какие-то, все. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Почему 7 звуков? А это уже ушную раковину Бог так создал. А глаза, как видят, тоже на 7. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. А может другой быть? Не может, это свет радуги. В радуге 7 светов. И другое у человека нет. Он будет инфракрасный, ультрафиолетовый, но это все уже разложение. Везде семерка. Семидневная неделя у всех народов мира. И у мусульман, у православных, у буддистов везде семидневная неделя. Почему? А сохранили то, что было до потопа и после потопа. 6 дней Бог творил, 7-й день отдых. И вопрос даже не ставится так. А почему 7? Ну вопрос так к Богу. Было бы 8, ты спросил бы, а почему 8? Научитесь не задавать вопросы, говорит Иоанн Златоуст. Тем более вопросы, которые никакой роли для нас не играют.
Да, я говорю, если не было толкования, нет объяснения, то... И объяснения не надо никакого. Мы знаем, эта цифра у Бога имеет особое значение. А себе выдумывать, присочинять, да, тут полезное занятие. У человека голова. Смотрите, два глаза, две ноздрюльки, четыре, два уха, один рот, семь. Семь отверстий. Почему? Это полнота восприятия. Угу. Вот она голова, а... она вмещает все. Мы ей получаем информацию. И только семь отверстий, через которые мы получаем это. Ты, а почему не восемь, а почему не три глаза у человека? Ну так можно в сумасшедшем доме, говорит, на валенке женятся. Ну еще. А что ваша фамилия означает, вы знаете? Яма. На каком языке? Не знаю, но у меня отец с Урала был. Вот вы уплыли опять, там... уплыли, поднимитесь. Почему вы уплыли, непонятно. У вас поплыли, поплыли сейчас и... Нет, у вас что-то с аппаратом там есть. Почему-то он двигается. Я, наверное, двигаюсь. Ну, наверное, задели его. Отец с Урала был, и там слово, оно колдобина, то есть колдобина, а слово яма, канава, ну, такая, да, перевод. А буква Г подставили. Есть другой перевод. А? Есть другой перевод? Да нет, нет, я просто посмотрел, почему буква-то Г стоит у вас впереди. Ну, чтобы там на Урале они все говорят с твердым акцентом. И то есть вместо «к» стали говорить «г». А вот у меня фамилия Лапкин, никогда не догадаешься. И только тетка рассказала, у меня какой-то прапрапрадед был, как канцелярский работник, у него был отличный почерк. А раньше на деньгах была подпись главного казначея. Говорили, этому человеку только на деньгах расписываться. Ну и вот он... писать-то. Понимал, к нему люди приходили с жалобами. И он помогал составлять им эти петиции, отправляли. А чтобы его не узнали, он писал ногой. Ногой ручку зажмет и ногой писал. Его прозвали Лапка. А когда фамилии-то давали, ему так Лапкина осталось. Как интересно. Ну все, вопросы все. Ну вот так, когда вопросы у вас будут, и ваши совопросники, вы их пригласите сюда, рядом посадите, и пусть они задают. Только вопросы должны касаться спасения, прославления Христа, не от праздного любопытства. Угу. Хорошо. Ну все, до свидания. С Богом, до свидания. И благодарю.